Доктор Кук, я думаю, что человечество будет вам благодарно за вот эти видеоуроки по решению проблемы алкогольной зависимости. И мы с вами взялись за великое дело решить эту проблему в мировых масштабах. Я хочу сказать, что я записываю ваши видеоуроки. Они потрясающие. Это потрясающая программа, обладающая огромной силой мысли, силой слова, силой внушения, силой убеждения. С удовольствием делюсь с вами. Это большой практический опыт, наработка практической психологии, психотерапии. Да, ведь эта же программа работает уже с 1989 года. И она все эти годы не раз доказала на свое существование как эффективный метод. И остается только поделиться с вами, а вы воспользуетесь этим. Проработка всех уровней алкогольной зависимости, поэтому сомнений не остается. Человек действительно освобождается. Вот мои ученики, например, говорят, кто прошел программу, праздник не праздник. Застолье и стресс или радость. И никак. Ответ такой и на психологическом, и на физическом уровне, ответ такой. Остается прочное отношение нейтралитета, безразличия, равнодушия к алкоголю. Например, заходит в магазин и этот алкогольный водочный отдел, отсек, проходят мимо, их никак не царапает, не задевает никак. Прошли мимо, абсолютно равнодушно. Разве не это решение проблемы? Именно это. Люди разворачиваются к самой жизни, спиртное, алкоголь не существует, хотя находятся в нашем пьющем обществе. Соблазнов великое множество, они чувствуют себя свободно, ощущают свое достоинство, самоуважение. Разве не это нужно людям? Воспользуйтесь. И я только буду рад, если у вас получается, и возьмите от меня все и даже больше. Спасибо. Наше общество алкоголизировано, как вы правильно говорите. Мы живем в больном обществе. Я это понимал и раньше, но общаясь с вами и просветляясь, просвещаясь здесь, в вашем кабинете, я еще яснее, отчетливее и отчетливее это вижу. Я вижу, как кругом люди нездоровые с этими негативными ментальными программами. Да, и попутно, когда мы работаем с алкогольной зависимостью, мы одновременно и увеличиваем свой потенциал здоровой личности. Мировоззрение меняется, взгляд на жизнь, формируются активные отношения. Не плывите по течению, активно не оставляйте проблемы нерешенными, активно их решайте. Тогда у вас будет получаться все красиво, легко, свободно. А это и нужно людям. Сегодня мы записали потрясающий тренинг клин клином. Вообще он полезен, как мне кажется, в случаях, когда человек сталкивается с тем, что ему мешает жить, с раздражителями, которые мешают ему чувствовать себя счастливым и веселым. И вот такое же карикатурное отношение мы встречаем в произведениях Гофмана, например, Гоголя, Булгакова. Да, все построено на парадоксе. И если вы свою проблему увидите вот в таком свете юмора, гротеска, буфонады, то, что происходит в реальной жизни, оно действительно становится смешным. И вы смотрите совсем под другим углом.
и то, что раньше вас расстраивало, на чем вы велись и шли на поводу, а теперь как бы управление переходит в ваши руки. Вы решаете, что можно сделать. Сохраняете свое эмоциональное и физическое здоровье. А что стало смешным, перестало быть опасным, угрожающим? Вот эти крючки, да, вот, которые цепляют нас, раздражают, нервируют, заставляют вибрировать и, в общем-то, отвлекают нас от великих дел, великих мыслей, от своей собственной жизни. Все это исчезает. Совершенно верно. Это надежная защита, освобождает вас. Вы ощущаете действительно свободу, а это и нужно людям. Спасибо. Спасибо огромное вам, доктор Кук. Спасибо.